Мы всегда в ретрите такую сразу рекомендацию даем, что если к вам приходит какое-то осознание крутое, глубокое, понимание какое-то глубокое приходит, круто, выбросьте, выбросьте. Ну, отпустите. Не привязывайтесь к этому. Что бы к вам ни пришло, круто, не привязывайтесь. Потому что ум привязывается. Вот я хотел ответ, я получил этот ответ, все, я буду за этот ответ держаться. Еще запишу себе в блокнот. Выбросьте. Тогда у вас эти осознания, они не заканчиваются, понимаете? В уме не создается новое какое-то понимание, новая концепция, новое знание. Пришло что-то, вы отпустили. Вы можете не беспокоиться о том, что это пропадет зря. Потому что вот наш интеллект, наша разумность, она намного более многомерная, чем память. Да? Понимаете? Это понятно? То есть это на уровне мудрости, там, буддического тела, эта информация, она в виде опыта сохраняется. И когда в вашей жизни понадобится это, там из какой-то ячейки этой многомерной памяти это достанется и будет реализовано в жизни. Поэтому нет смысла вот держаться как-то за какие-то концепции, какие-то крутые осознания. Потому что оно вас все равно будет отделять уже от истины. Осознали, чик, выбросили. И вот мы на ретритах тоже говорим в самом начале, что не верьте тому, что мы говорим. Чтобы ум опять-таки не привязывался, потому что это его такая привычка. Взять какую-то опору себе положить. Не верьте, просто чувствуйте. Да, вы же можете, мы же все можем почувствовать, когда кто-то что-то говорит, и где-то там внутри есть отклик. Что да, похоже, так и есть. Или нет, что-то тут пока непонятно. Вам не надо ни отрицать, ни принимать на веру. Вы просто принимаете, проживаете. Если надо, этот опыт потом раскроется.